меня для всех найдется. А? Опять путешественники. Полагаю, тебе, как и всем прочим, нужны зелья. Крепкий орешек, правда? Вот, возьми это. Да светит Азура твой путь. Наконец-то я смогу спокойно спать по ночам. Я рад, что можно спать в тепле, но вот остальным идиотам закалка не помешала бы. Терпеть не могу всяких чужаков, которые сюда забредают, но ты вроде получше прочих. Придется изрядно потрудиться, чтобы привести все в порядок. О, замечательно! И как раз в меру спелые. Отличная работа, дружище. До встречи. Я горжусь тобой, Хилл. Ты держишься молодцом. Тебе спасибо. Ты многому меня научил. Не расслабляйся. Это еще не все. Что-то прямо места себе не нахожу. Ладно. Я опасалась, что ты так скажешь. Значит, мне придется сначала показать тебе, чего я стою. А ты еще откуда? Как все прошло? Где Буйольд? Ты это серьезно? И как она это перенесла? О, понятно. Надеюсь, она достойно сражалась. Это потому, что Хротмунд выбрал кого-то еще? Тебя? Поэтому? Ну что ж, я приложу все силы, чтобы сберечь зал до этого момента. Слушай, я понимаю, что тебе пришлось защищаться. Учитывая твою помощь, я закрою на это глаза. Но я бы на твоем месте больше здесь не появлялся. Мы с тобой поняли друг друга? Ты уж постарайся. Ты пробовал мед, который я принес из хранилища? На вкус ничего, но... Эльмус, есть вещи поважнее меда. Да знаю. Просто я хотел... Прости. Мед хороший. Тебе понравилось? Не наседай на меня, сынок. Никогда не доводилось охотиться после бессонной ночи. Страшное дело. Теперь я могу нормально отдыхать. Жизнь налаживается. Давай быстрее. Я тут долго не пробуду. Честно сказать, я немного отвлеклась. Появилась у меня мысль. Я хочу сделать одну вещь. Напоминание. Тогда мы всегда будем помнить, что случилось, когда мы забыли о том, что мы воины. Я хочу окружить наш зал их маленькими копьями. Насмешку над нами, прошлым. Чтобы мы усерднее трудились и лучше сражались.
Единственная проблема в том, что мне понадобится куча копий. Просто куча. Если принесешь мне несколько десятков, то облегчишь мою задачу. Угу. Спасибо за подмогу, друг мой. Я думаю, этот старый призрак нам больше не нужен. Пусть наш следующий предводитель идет к нему на поклон, если хочет. Я предпочту создавать собственные традиции. Хротмунд был великим человеком, но он не бог и не идеал. Мы живы, он нет. Мы способны черпать силу в самих себе. Я поведу тех, кто пойдет за мной. А большинство здесь склонны идти за кем-то следом. Думаю, у нас все будет в порядке. Славного денька. Посмотрим. У меня еще одно письмо от Ралиса для тебя. Но больше я с его письмами бегать не буду. То место... Я устал от него. Но вроде все. Ладно, мне пора. Здесь. Так светло. Не понимаю, как ты это переносишь? Но Кувр все говорит. Не волнуйся насчет Кувара. Храни терпение и наслаждайся перерывами вроде этого. Вот только Хальборн закончит точить мой клинок. Тут уж риклинги за все заплатят. Ого, наверняка хватит. Давай сюда, и я возьмусь за работу. Угу. Спасибо за подмогу, друг мой. Нет, извини. Ничего. Здесь все еще попахивает риклингами. Но ничего, со временем выветрится. Эти твари хранили там корм для своих зверей. Эльмус помог мне все вымыть, но вонь все равно стоит ужасная. Раньше было лучше, конечно, но я справляюсь. У меня есть друзья и в Вороньей скале, и среди скаалов. На острове не особо много металла, но если что понадобится, можно найти. Вычистить кузницу было проще простого. Но эти проклятые риклинги утащили большую часть материалов. А ковать из воздуха я не могу. Ты же много по окрестностям ходишь, да? Если вдруг тебе попадется сталкрин или эбонит, прихвати немного для старого Хальборна. Поможем друг другу. Славного денька. Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему.
Что там? Хорошо, что я доверяю твоему слугу.
Что это? О, боги! Что случилось? Что я натворил? Я не помню. С тех пор, как я сюда, до Колбирна добрался, в моей голове шепот, голоса, мысли, образы. Когда я приступил к работе, голоса стали громче. Пару раз я даже сознание терял. Это было прямо перед тем, как драугры проснулись. Не знаю. Может быть. Этого хотел он. Хотел их энергию. Я не знаю. Очень надеюсь, что не я. Но может быть, я. Пожалуйста, поверь мне. Конечно. Даже слово «курган» больше слышать не хочу. Никогда. Я отправлюсь в Воронью скалу, а ты никому не говори. Если мы там встретимся, просто кивни мне, и я помогу, чем смогу. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Просто сохраним это в тайне. Ух ты! Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Мудрость Азуры с тобой, мой друг.
Ты себе не представляешь, как это здорово вернуться сюда. Спасибо тебе за помощь, дружище. И как раз вовремя. Кувар уже начал ныть по поводу новых доспехов. А это как раз подойдет. Заходи, если и тебе понадобятся доспехи получше. До встречи. Ух ты! Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Смотри в оба.